приветствую на своем канале. Сейчас я хочу сделать обзор на свой заказ с сайта Beauty Home. Все, приступим к просмотру. Пришел заказ вот в такой коробочке, как всегда, первым отправлением. Дошло за неделю, может, тут плюс-минус 2 дня. Значит, как всегда, квитанция. Потом, что каталоги, журнальчики. Кстати, в этот раз мне пришел новый каталог Catrice уже на 2014 год. Заказ, в принципе, был небольшой, потому что я его заказывала буквально через неделю после того полученного заказа по одной простой причине, которую я вам расскажу. Так, вот такой наборчик я заказала, чтобы набрать на сумму для бесплатной доставки. Я, видите, всегда набираю на сумму для бесплатной доставки, потому что лучше что-нибудь заказать, чем вместо этого платить за доставку. Вот такой маникюрный наборчик от Essence. Мне понравилось то, что у него такой чехолчик. Так, тут два спонжика для создания градиентного маникюра. Простой губкой я пробовала, но не получилось, потому что поры там достаточно широкие. Надеюсь, с этим будет все хорошо. Два спонжика, потом две палочки бамбуковые, одну я вытащила уже вчера, ее использовала. Ну, обычные палочки, кстати, вот этим концом можно использовать для создания водного маникюра, для рисования рисунков. Тут вот сзади все написано. Сейчас вам даже достану. И в наборе такая кисточка. Это как иголочка она выглядит, но на самом деле это кисточка очень тоненькая. Вот такая она. У меня есть какая-то от Avon нарисовалка. Я ее даже не испробовала. И не знаю, будет ли у меня это в ходу. В каком футляжечке она была. Так, тут инструкция, как я поняла. Ну вот, для градиента, значит, инструкция, для рисовашек. Этой кисточкой показано, что можно рисовать полосочки. Так, вот они, полосочки у нас. Тут у нас градиент. И сзади вот то, что делают этой палочкой. Не показано, что это палочка для отодвигания кутикулы. Она для рисовашек, как сказать. Но я ее использовала именно для кутикулы. Вот такой наборчик. Следующее, что я получила, с тестер тени Catrice. Вот такой тестер. Сейчас попробую его найти в каталоге. Была 570, вот он оттенок этот. В каталоге он здесь. Такой бордовый оттенок. Что могу сказать? Ну, никак мне не впечатлили эти тени. Они с золотыми блестками такие. Не знаю даже, как сказать, шиммерно или нет. Камера, кстати, передает цвет хорошо. За исключением того, что они могут быть немного темнее в самом деле. Видите, золотые блесточки. Несу на руку. Такой бордовый цвет. Цвет синяка я его называю. Так, передается очень слабо такой. Так мы можем растушевать в ничто. Потому что я фанатка тени Sleek. В этом заказе тоже не исключение. В основном весь заказ мой сделан был косметикой Sleek, за исключением вот этой Essence, которую я заказала, чтобы добрать сумму. Первое, что покажу, это давно мои такие желанные румяна. Я думала, что они будут больше. Они вот такие совсем маленькие, эти румяшки. Оттенок Suede. На самом деле, я их видела в группе, по-моему, Beauty Home. Совершенно другой оттенок мне показался, немного темнее. Я думала, что буду их использовать для контурирования, но это румяна, тут все зеркальце хорошее. Вот такого оттенка. Они персиково такие, не ярко-персиковый, но оттенок нежно-персиковый такой. На камере кажется, он будто бы коричневый, на самом деле они персиковый цвет. Достаточно такой. Можете видеть, персиков коричневый цвет. Вот. В принципе, думаю, что из-за того, что они не такие рыжие, не кажутся такими рыжими, я думаю, они мне подойдут. Я их вчера пробовала, но сейчас у меня их на лице нет. Потому что для тонального крема и с яркими глазами, мне кажется, будет немного перебор. В общем, бархатная у них текстура. Мне понравились. Данный оттенок. Мне много разочаровалось именно в том, что
неправильно представила его себе. А так, в принципе, хорошие румяшки, я буду ими пользоваться просто с удовольствием, тем более, что я фанат этой косметики Sleek, мне очень нравится их лаконичный дизайн, такая малюсенькая упаковочка, очень приятно брать ее, ну, в общем, классный. Еще, кстати, хочу сказать, что на сайте Beauty Home появился блеск, как его называют, матовый блеск от Sleek, который я хотела, он у меня был, как сказать, в моих списке желаний, и мне прислали на e-mail почту о том, что он у них в наличии появился, такой самый светлый оттенок, по-моему, розовый. Я думаю, что, может быть, сделаю заказ в следующий раз и закажу блеск для губ от Sleek, так что у меня будет полная коллекция косметики Sleek, которой я фанат. Ради чего это делался заказ? Очередная палетка Sleek. Это iDivine Ultra Mattes V2 Dux для смоки макияжа. В данный макияж мой в этом видео сделан исключительно этой палеткой. На самом деле, начиная его делать, я не думала, что у меня получится такой макияж, потому что эта палетка действительно очень пигментированные цвета. Черный просто вообще супер-пупер, поэтому получился такой макияж Smoky Eyes. Уж решила выдержать его в таких тонах. Ой, в таких тонах. Сейчас я вам ее покажу. Обзор. Обзор никак не выложу ни на одну из палеток Sleek, которую я заказала. Уж извините меня за это. Делала обзор на палетку Lacoon. В итоге, когда стала пересматривать свое видео, поняла, что у меня там ногти не в лучшем состоянии. Я решила удалить. Вот видите, такие цвета. Поначалу я не хотела эту палетку заказывать, потому что цвета на самом деле ничего особого. Я-то падка на такие яркие цвета. Но когда она появилась за 570 рублей, не за 700, по-моему, 15, как она, как все палетки Sleek на сайте. Кстати, сейчас тоже на сайте все палетки Sleek за 660 рублей. И вот определенные три палетки Sleek. Acid, по-моему, еще какая-то палеточка, и вот это, они за 570 рублей, остальные стали дешеветь и продаются за 660 рублей, поэтому успеете их купить. Вот такие оттенки, они все матовые, что меня это радует, потому что все-таки шиммерные не на каждый день. Сейчас покажу вкратце, какие цветами я пользовалась. На всю веко я носила вот этот цвет, такой бежевый, мне он очень понравился. Потом использовала коричневый. Так, это... Вот, кстати, есть цвет. Цвет синяка тоже похож на Catrice, но более пигментированный. Вот коричневый тоже мне понравился. И черный цвет. Просто супер пигментированный. С ним Smoky Eyes получается на раз-два. Тут, кстати, можно подобрать цвета на... и на день повседневный макияж, то есть использовая бежевые какие-то белые тона, и на вечер просто вот эта палетка, незаменимый вариант. Она смотрится, макияж так дорого из-за того, что тут нету всяких блесток. Ну и так это был весь мой заказ от сайта Beauty Home. Первый заказ я вам показывала во влоге, но надеюсь, что я тоже о нем сниму видео, потому что некоторые продукты я там... конечно же, при открытии не могла попробовать. Сейчас я их уже попробовала и могу составить о них свое мнение. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока-пока.